ala çözüm oy kara kaşım biz akalağa çetik ol almasa da ne terik me arıvin orla yeteyi men suğa şiye yalay yatkama ızından ne gel sürgenley meni sügenim koyup çekildi başka sügenimi bilgenley oy meni dünyam carık bol uçet sen bizni üge kirgenley oy meni koyup kayrı borasa da sügenimi bilgenley oy közüm çırak alay boradı ol sıfatına sınına bıçakçık bulup düşü bakal diye sen telece genik yanasa arkında ustul şiltigin sen meni koyup başkanı süysen ol bol gayet şiligin oy közüm çırak alay baradı kurgan üyünü başına yalnız aşını avuşturmadım savunar sanan yaşına oy közüm çırak alay baradı da belindeki kamana sen beni alanı gibi yüktüm yaşıksa vurma çaçını taraçı uzunan kara termine kalkanma borulup mana karaçı студенты 15 национальностей живут и учатся в Карачаевске. Не зря его называют городом юности, городом студентов. А где юность, там, конечно, и песня. Эльбрус красавец, смотри сквозь тучи, белой попадки в синеву. Этой вершиной славной могучей налюбоваться не могу. Благодатный, не спеши, подыши, подымись на озера, посмотри наши горы, отдохнешь от души, отдохнешь от души. Раздолье тут лыжникам.
так мы и живем рядом с Эльбрусом. Da burgu santan tuman kaynaydı. Ol menin anıma büge çeketip elde toyla da oynaydı. Ol tıkım boladı menin anım ketkelip ol altay çibi köründü. Gelmeydin anım alına karayma keç oldu. Çünü bölündü. Tavladan bir ya beni yüreğim tarı bir tükten az boldu. Oyla doynavçı sabi sallarım sapran çabaklaysa boldu. Ol tas bulgandı da tatmayma bir gün da meşina mı inesin. Ol meni tenim da kim bolsa da bolmazlık iş ne süymesin. Tavlanı başı vakar çıran değdi, çıranı tübü kayadı. Bir beger içtim, 10 yıl küreştim, kalmay kıyınımza yadı. Thank you.
сыночка ждет. Степной бурьян, снег ли ветер, вспомним, друзья. Нам дороги эти позабыть не. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Sovet askerle bayrakta kala, Budapeşte bir kalaba. Sağ barırmanı oruç boşalıp, beni saklagan anaga. Болмачы умут этеме баям, мен госпиталга барырга. Умутум толмай коркудуз жашля, мен сизни көрмей калырга. Ол көкте учкан азат канатлы, келип терезеге куңганды. Мені жашауым өзілік болыр, бетімен үрі оңанды. Мені оғырлық ұйылы анам, әлді менен қағы талалмаз. Сүйген тенлерім, ұстас тенлерім, сіз ұмытсағыз ярама. Сүйген тенлерім сіз көп жашағыз, мені уақтым жеткенді. Венгелияны шақары мені, өмірлік қонақ еткенді. Мұнда докторла дарман берділе, өпкемде ауыр жарама. Өлген қапарыма барып кем айтыр, әгечім біл анама. Уважаемая Лилия, мне очень приятно, что вы так хорошо беспокоитесь об отце. Ваш отец, генерал-полковник Магомедов, служил в вооруженных силах длительное время. Я знаю, что ваша республика отмечает 90-летие генерал-полковника Магомедова. Этот человек достоин, чтобы действительно отметили его как верного сына своей родины, верного сына своей республики, человека, преданного своему народу. Он достоин того, чтобы вся республика поклонилась его праху. Он достоин этого трижды. От меня передайте нижайший поклон его вдове и кланяюсь вам за мужественного человека, горца, который своим именем украсил наши вооруженные силы. Мы все хорошо знали его как человека и знали его судьбу. Султан Кокезович служил во многих областях на весьма ответственных должностях. Он был и советником в Афганистане, а это непростая работа. Он был заместителем командующего войсками Забайкальского военного округа. Это очень сложный округ. Я там в свое время командовал Даурской дивизией. Морозы зимой до 50 градусов. Жара летом до 30-40 градусов. Очень тяжелый климат. Я знаю вашего отца и по другой работе, когда он был заместителем начальника Академии Фрунзе. Я даже не знаю, откуда талант у человека, который никогда до этого преподавателем не работал, а тут становится преподавателем, учит ученых, занимается со слушателями и показывают такие образцы ведения учебы, и новые формы, и новые методы, и какие-то придумывает игры. Просто удивляться приходилось его умению подходить к слушателям. Но любой военный – это не просто человек учит военному делу стрелять, танки водить, боевые машины – это, прежде всего, и воспитатель. Если не воспитаешь солдата, не воспитаешь офицера в духе преданности Родине, он не будет достаточно хорошо служить. А ваш отец служил достойно.
Он достоин того, чтобы его почитали. Говорили о нем хорошие слова. Он достоин того глубокого уважения, которое испытывают всегда к человеку, который заслужил это. Ваш отец не просто служил где-то в удобном для него месте, ни на родине, ни в Москве, хотя и в Москве служил, но служил в самых таких горячих точках. Что такое Забайкалье, что такое Афганистан, вы прекрасно знаете, да и не только в этих точках он служил. И везде он показывал образцы мужества, выносливости, я бы сказал, даже храбрости определенной. Что такое не замерзнуть на морозе 50 градусов, быть веселым, уметь подавать пример, это стоит большого. Я хотел бы вас лично, как дочку, поблагодарить и передать его супруге, вдове, нижайший поклон. Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет. А так и я слышу. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, с
землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая на ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на Мой дядя Юсуф Кушетеров в Красной армии с 1937 года, а в Великой Отечественной войне он с 1942 года. Служил в разведке, был командиром роты, командиром батальона, помощником начальника отдела разведки дивизии. Имеет много боевых наград за участие в Великой Отечественной войне, за свои подвиги, награжден трижды орденами. Служил он вместе с Александром Казаевым под его началом. При выполнении боевого задания в 1944 году, задание было очень ответственное, они должны были определить расположение огневых точек противника. И для того, чтобы определить эти огневые точки, нужно было вызывать огонь на себя. То есть наше подразделение,
как бы, можно сказать, бомбили то место, где находились вот Казаев и мой дядя. И вот таким образом, когда немцы отвечали на огонь, определяли вот расположение этих точек противника. Один из снарядов разорвался рядом с ними, и оба одним снарядом были тяжело ранены. Юсуф получил тяжелое ранение в плечо, плечо было практически раздроблено. Вернуться больше в строй он не смог, так как правая рука уже как бы не действовала. Александр Казаев находился тоже долго на излечении, но в строй смог вернуться. И вот за выполнение этого трудного и ответственного задания Александр Казаев и Юсуф Кущетеров, оба они были представлены к званию Героя Советского Союза. Александр Казаев получил эту награду, а Юсуф не получил этой награды, ему не дали из-за принадлежности к карачаевскому народу. Все это я знаю со слов ближайших родственников Юсуфа, его сестры, она, к сожалению, уже умерла, моей мамы, которая тоже хорошо знала Юсуфа. И они рассказывали о том, что уже после войны Александр Казаев, он проживал в Москве, часто приезжал сюда на Кавказ и обязательно каждый раз встречался со своим боевым другом. Они вспоминали свои боевые будни. Александр очень тепло относился к Юсуфу. И вообще они были действительно очень большими друзьями. И Александр, говорят, вот я говорю со слов родственников, что тоже часто говорил, очень сожалел о том, что Юсуф так и не получил свои заслуженные награды. После гибели Юсуфа Александр Казаев написал письмо сюда родственникам с соболезнованиями и говорил о том, вот в своем письме, я читала это письмо, что Юсуф останется в его памяти вот таким смелым, решительным, очень отважным человеком. Он с глубоким уважением к нему относился и очень переживал о гибели своего боевого друга. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят. Солдатам стало не до сна, не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои. Солдат, пусть
Гремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет? Мы бы с ним припомнили, как жить, теряли трудным верстам счет.
За победу мы пополное осушили, за друзей добавили б еще. Может, ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки аж больно хороши. Мы тебе хороший дом построим, чтобы было видно по всему. Здесь живет семья российского героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами, отгремев, закончили бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья однополчане, боевые спутники? С тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. А ты закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане, вставай, вставай, однополчане,
вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой, что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой, неужто клялся днем вчерашним, неужто клялся днем вчерашним, неужто клялся днем вчерашним, бери шинель, пошли домой. Весна на белом свете, бери шинель, пошли домой. Seni görün oytayım, sümeyle seni tenglerim. Özgene bektanen soklanmayma, yürek ne kınayla küllerim. Oy yol yanında yaşaysa kızçı, bozgan yolu çükürge. Kişil bilmeyen kökten mi düşkense adam acıva verir ge. Üyün alında oyalma teri kızarıp pişedi olması. Oy minden sonra seni kişige yaratan Allah yazması. Мен алғыш еттім, қарғыш та еттім, ола мені сан етмейді. Бұ жолға дере сынамаған едім, тілегім аңа жетмейді.